Здравствуйте, друзья! 54-летняя актриса театра и кино Елена Фомина пострадала серьезно от рук недружелюбного соседа. По информации СМИ, инцидент произошел вчера в Москве. Близкие актрисы уже успели написать заявление на мужчину в полиции. Известно, что первый раз он ее побил в 2021 году. Тогда злодея привлекли по административной статье за побои и наложили штраф. Отмечено, что урезоненный финансовой карой, мужчина на некоторое время притих, но не так давно конфликт разгорелся с новой силой. В результате сосед вечером, когда Фомина вернулась домой из театра, напал на нее на выходе. Сосед ударил 5 раз по голове кулаком и угрожал убийством. По словам СМИ, врачи нашли у нее сотрясение мозга и зафиксировали ушибы. Находится актриса в тяжелом состоянии. Напомним, актриса с 96-го является актрисой театра Джигарханяна. На экранном счету, начиная с дебюта в 91-м, почти 30 проектов. «Каменская», «Соседи», «Дом дураков», «Марш Турецкого» и многие-многие другие.